Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 3 травня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із інтерв'ю заступника Кирила Буданова Вадима Скібільського, виданню The Economist. У цьому інтерв'ю він сказав про те, що Україна не може виграти лише на полі бою. Самотужки, такі війни закінчуються договорами. Навіть якби Україна змогла відтіснити російські війська до кордонів, а це все віддаленіша перспектива, це не закінчило б війну. Він каже, що переговори між Україною та РФ можливі не раніше другої половини 2025 року. Романе Григоровичу, кілька днів тому сам Буданов, зокрема, і в нього віддавав інтерв'ю видання BBC, в нього там журналісти запитували про питання перемоги, і він сказав, що це не його компетенція, і і не відповів на це запитання. А тут виходить, зокрема, так його заступник і говорить і про ось такі сценарії. Скажіть, будь ласка, так ось це інтерв'ю Скібіцького, це якби про те, що ситуація настільки погана, нам потрібно починати перемовини, чи це про те, що якби нам ми не можемо самостійно, нам потрібна допомога, тому що він каже, що самотужки, так ми не можемо виграти війну. І чому такі якби розбіжні тоді позиції між Будановим та Скібіцьким? Не розбіжні, мається на увазі, що тоді Буданов так відмовився коментувати, а Скібіцький прокоментував. Будь ласка. Ну, если прямой политический вопрос идет, допустим, ну, это не генерал, его тут Буданов правильно и грамотно ответил. То есть у него был конкретный вопрос, а это политический механизм, он однозначно его не будет комментировать. А у Скибицкого вопрос был военный, он его прокомментировал как военный. То есть да, даже выход на границы 91-го года не остановит боевые действия. Остановить их могут либо продолжение боевых действий, либо какие-то договора. Все. Но до границ 91-го года здесь вот четко надо это увидеть, услышать. Это знаете, как военные, они не политики, они ерзать ни на чем не будут. Они, если говорят черное, так это черное, если говорят белое, так это белое. Сказал Скибицкий, что до границ 91-го года военным путем выход, а потом не остановятся боевые действия. Так это и мы с вами говорим. Не остановятся, не остановиться не могут, если будут какие-то договора после выхода на границы 91-го года. Это раз. Ну и второе, если смотреть по договорам как таковым, хоть каким-то отношениям там с Российской Федерацией, так оптимальный вариант это как раз другое видение по развитию событий. Не договор. Зачем был договор Афганистану с Советским Союзом? Мы об этом говорили. 10 лет войны ядерная держава убежала, пятки только сверкали из Афганистана и развалилась. Даже до финиша не добежала, просто развалилась ядерная держава. Та же картина и с нами. Нам договор этот не нужен для выполнения боевых задач наших, прекращения обстрелов Украины. Нам надо всего лишь формула мира, так называемая, да, вот формула мира это не 10 позиций, с которыми сейчас носится аппарат и канцелярия, а формула мира это всего три слова, развал Российской Федерации, вот это формула мира для Украины и для мира, для планеты. И вот это видение выполнения задач, а ее надо поставить, эту задачу. Почему? Почему и спрашивают все о каких-то переговорах, носятся с какими-то переговорами. Военные не хотят, Буданов даже на эту тему не хотел отвечать. Ну, потому что это не выполнение задачи основной военной. И Скибицкий ушел от ответа, в каком смысле опять, ответил только на военный вопрос до границы 91-го года. А реально при постановке, как вы знаете, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы поставите задачу правильно, так она и будет выполняться. Кстати, 50% в выполнении задачи – это правильная ее постановка. Еще раз повторюсь, развал Российской Федерации – это формула мира для Украины, это остановка боевых действий. И это та задача, к которой должны стремиться все заинтересованные, неравнодушные стороны. Но если это так рассматривать в этом контексте, то тогда понятно, почему и Буданов отказался рассказывать какие-то сказки, каких-то переговоров. Он не видит их. Он просто их не видит, он понимает основную задачу. А если развал Российской Федерации, как развал Советского Союза, так для Афганистана Советский Союз сейчас уже нет никаких договоров. Ну и для нас так же самое, если мы видим, как постановку задачи развал россиян,
Российской империи, так какие-то нам договори, они нам просто не интересны. Романе Григоровичу, Лискевицький говорить про те, що Україна не може виграти лише на полі бою самотужки. Дивіться, і генерал Павлюк, командувач сухопутних військ, він також дав інтерв'ю виданню The Times, якому також сказав, що кінця війни не досягти поодинці. Ну, тобто це, знову ж таки, це про зміну риторики чи про що це? Ми вчора зараз, зокрема, говорили про заяву президента Франції, так, про Еммануеля Макрона, який називав умови, за яких би так був введений західний контингент на територію України. Тобто про що ці заяви? Власти Украины за больше чем 30 лет угробили армию, распродали имущество, не подготовили профессиональную армию, да, и последнее, в том числе руководство, практически ничего не сделало для того, чтобы, ну, только готовилось шашлыки в мае жарить, ничего не сделало для того, чтобы встретить во всеоружии российское наступление, потому и сейчас это, все это прекрасно понимают, военные это прекрасно понимают. Нам российскую армию не одолеть и российскую экономику, здесь вопрос-то в чем, не только армию, еще и российскую экономику не одолеть самотужки, да, одноособно. Нам точно надо помощь, надо и военная, нам надо финансовая помощь, нам надо санкционная помощь, которая задавит российскую экономику. Санкционная, только не такая вот американская, сначала... Это так называемый американский санкционный анонизм, я это называю. Включили санкции, выключили санкции, ввели санкции, отвели санкции и так далее и тому подобное. Вот как они сейчас сделали. Ввели санкции на атомную, допустим, экономику, на атомное производство там, у россиян. И тут же сняли санкции с 10 российских банков. Вот этот вот байденовский подход старческий к этому вопросу, он в конце концов не приведет к победе Украины на России. Если вводить санкции, так перестаньте в конце концов непотребом заниматься. Ввели и забудьте их снимать. Они должны вводиться одномоментно и навсегда до полного развала российской экономики и Российской Федерации. Российская Федерация развалится тогда, когда закончится поступление, когда с последним долларом, который зайдет за российскую какую-то продукцию. Российская Федерация сейчас держится на одной вещи, на том, что Москва дотирует практически все регионы России. Они просто живут за счет Москвы. И они, естественно, Москва собирает все деньги, которые только возможно там, за углеводородку, за атом, за еще за что-то. И дальше дотирует эти 21 республику. Как только этот механизм закроется, эта лавочка закроется, республике им придется, как и Советский Союз, та же самая картина. Почему Советский Союз развалился? Потому что нечем было из Москвы платить системам, которые удерживали республики. Там тогда было полтора десятка республик. Та же самая картина в России. То есть вот этот механизм должен быть включен, мы сами его не включим. Мы можем только накладывать санкции Малюка, санкции Буданова. Они очень действенные однозначно. Навсегда тоже действуют, если хорошо приложиться. Вот по НПЗ, по металлургическим комбинатам и так далее, тому подобное. Но это мы можем пока работать только на западе России, то есть на европейской части России. А Россия там еще за Уралом хватает, там долго придется с нею возиться. Потому это оптимальный вариант. Естественно, генералы это видят и говорят о том, что нам самим с этой задачей не справиться однозначно. Нам нужно введение санкций, а не их снятие. У цьому інтерв'ю також The Times генерал Павлюк сказав, що наші спецслужби кажуть, що у Російської Федерації є дійсно план взяття Харкова часом, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні росіяни їх реалізувати. Романе Григоровичу, так тут мова йде, от можете, будь ласка, ще раз пояснити, я розумію, що ми з вами це питання неодноразово проговорювали в ефірах, але все ж таки, питання йде про, тобто про Харків чи Харківську область, знову ж таки, про Суми чи Сумську область? Это имеется в виду выполнение задачи по растяжке фронта перед основными наступательными действиями где-то в одном месте. Вот если россияне, допустим, планируют наступление в ближайшее время в районе Угледара, им же надо железную дорогу запустить,
то они будут планировать, но понимая, что в районе Угледара такая серьезная плотность войск украинских, мы туда можем перебросить еще, допустим, несколько бригад из-под Харькова, из-под Сум на усиление, ну и так далее и тому подобное. Что будут делать россияне? Они начнут боевые действия в районе Сум, в районе Харькова, вдоль линии границы. Это не для захвата, у них не хватает сил для захвата, ни Сум, ни Харьков. Но начало боевых действий, боевые соприкосновения, то есть столкновения, не дадут возможность нашему командованию перебросить достаточное количество войск, допустим, на Восточный фронт из-под Харькова, из-под Сум на усиление. Вот это основная задача. И тут все правильно с точки зрения военной логики. Мы это делали в прошлом году, вспоминайте, когда начинали двигаться в сторону, допустим, того же Токмака. У нас боевые действия были и да, вплоть того же Харькова, то есть до Брянска, Сумская область, та же самая Брянская, Брянская Народная Республика тогда пыталась освободиться из российских пут. Мы же помним, как эти батальоны туда заходили. Это как раз для того, чтобы растянуть войска. Вот то же самое сейчас делают россияне. Просто у них чуть больше войск, но, допустим, каких-то широкомасштабных наступательных действий ни на Харьков, ни на Сумы, ни на Ахтырку, никуда у россиян просто не хватит сил и средств на это. Для того, чтобы на Харьков, допустим, двигаться масштабно, им надо вывести всю полумиллионную российскую армию из Украины и развернуться в районе Харькова. Ну, вот это логика войны. Определенные формулы для выполнения такого рода задач. Поэтому планы у них однозначно есть, но основная стратегическая задача – это как раз не дать возможности связать, это называется связать наши войска боевыми действиями на других территориях. Я уточню, якщо дозволити, тобто навіть ось та кількість, яка є, там 35 тисяч, так назвав Павлюк, і планують додатково довести до 50-70 тисяч військових. Тобто навіть на Бівкільце їм не вдасться створити навколо Харкова. Ну, їм треба як мінімум півмільйона. Це треба в 10 разів більше військ на тому направлінні, для того, щоб навіть тільки планувати, не то, що там почати, а планувати якісь там наступальні дії, масштабні по окруженню, полуокруженню Харкова і так далі, і тому подобне. Війна – це математика. 30-40 тисяч росіян пытались целый год из Попасной дойти до Бахмута. Помните ЧВК «Вагнер»? 30 километров в год. Эти 30-40, а там реально там под сотню, ну, они 30-40 тысяч постоянно находилось, там сожгли где-то под сотню. Это в течение года. Сколько Авдеевку пытались за полгода? Полгода 40 тысяч россиян пытались окружить Авдеевку, выдавить наши войска из Авдеевки. Это у них только получилось только из-за того, что мы на 3 месяца практически остались без боеприпасов. Потому и пришлось нам отходить из Авдеевки. Так Авдеевка во сколько? В десятки раз меньше Харькова. А естественно, эти 30-40 тысяч россиян из-под Авдеевки, чтобы их развернуть в районе Харькова, это должно быть 300-400, а то и больше, я говорю, около полумиллиона, полумиллионная армия. Соотношение сил, средств, соотношение площадей и системы обороны, оно просто несовместимо. Их сложно сравнить. Потому максимум, что россияне смогут сделать, это да, проводить какие-то беспокоящие, я бы так сказал, военные действия разного уровня, тактические, не больше, даже до оперативных не дойдут, для того, чтобы связать наши войска. Ну, вот начнут эти 30-40 тысяч где-то там долбиться в наш какой-то укрепрайон. Ну, не снимут наше командование с Харькова, не снимут бригаду и не перебросят в Донецк или в Угледар. Ну, вот для этой цели. И чем дальше растяжка, тем лучше для россиян. То есть, почему и Сумы говорится. Так же самое, подальше от фронта. То есть, та же самая картина. Не снимут наше командование из-под Сум. Бригаду не перебросят под Часовьяр на усиление, если российские там несколько тысяч террористов будут пытаться пробиться через какой-нибудь лаз или через какую-нибудь, допустим, через наш редут. Ну, это логика войны. Потому никаких масштабных действий уж точно не будет. Но военные действия будут. Здесь надо четко понимать. Они не просто так туда отводят войска. То есть будут однозначно военные действия. Но здесь что плохо? На глубину работы армейской артиллерии. Как минимум 30 километров они будут пытаться обстреливать. А это уже окраины Харькова. Вот это есть проблема.
Романе Григоровичу, а чи готові ми в плані, зокрема, от будівництва фортифікацій? Міністерстві оборони повідомили про те, що завершується якби цей етап, і мова знову ж таки ну про ці 5 областей. От з вашої точки зору, цього разу ми підготувалися в цьому плані? Ну, пока этим делом занимался генерал Наев, мы с ним давно знакомы, с 2014 года, 10 лет дружим, и я знал, как эти фортификации сооружаются. Еще 400 километров фортификационных донецких, которые хорошо себя показали, отстояли, удержали. Я просто понимаю, что этот генерал, который отвечал за фортификацию, он знает, что делать. И пока он занимался этим вопросом, я был уверен в том, что там, где он что-то строил, ну или контролировал, или под его руководством это выполнялись глубокие, выполнялись полностью все задачи так, как они были выполнены на Донбассе. Хорошие фортификационные на Донбассе они неплохо себя показали, там, где они были, по крайней мере. А вот новая команда сейчас, которая пришла, особенно после подключения некоторых, ну, мягко так скажем, просевших на строительстве в этом дорог, их сейчас бросили это в великом крадивництве, которое было до 3 года перед уже наступлением россиян. Этих людей, которые бросили, ну, у меня, по крайней мере, нет такой уверенности. Я, может быть, я хочу ошибаться, так сказать, вопросов нет, но уверенности у меня нет, скорее всего, просто еще из-за недостатка информации. Денег много брошено на фортификации, но это не факт, что эти деньги, так сказать, выполнят свою задачу. Не факт, почему? Потому что есть вопросы к этим людям, которые еще крадівництвом занимались, которые сейчас занимаются фортификационными сооружениями. Часів яр. Вадим Скибицький вважає, що його втрата – це питання часу. Ви погоджуєтесь із цією точкою зору? Чи, знову ж таки, тут все буде залежати від резервів и от наших запасов? Власне, Скибицкий також про це говорил, все ж таки. Ну, он напрямую так и говорит, что если, ну, если его перефразировать, сжать его спич, то если будут боеприпасы, мы его удержим, если боеприпасов не будет, отойдем. Почему? Потому что, ну, там сложно его удерживать без достаточного количества сил, средств. Потому тут уже, я думаю, нечего комментировать. Это та же самая картина, как и по Авдеевке. Да, были боеприпасы, мы бы ее удержали. Боеприпасов нет, нам придется отходить, выравнивать фронт, увеличивать плотность войск за счет сокращения линии фронта. Ну вот примерно такая, это опять же логика войны. Здесь другого не придумаешь ничего. Причем, почему плохо, допустим, Часов Яр? Для нас, если мы его оставим, то россияне тогда подойдут к Константиновке, к Дружковке, к Краматорску и Славянску. И это будет, значит, можно сказать, можно вычеркивать эти четыре города из мест компактного проживания любого мирного населения. Почему? Потому что армейская артиллерия их просто накроет, кабами они их перемолотят, так как перемолотили ту же Авдеевку, Мар'їнку, Бахмут, ну, ми знаємо, чим це закінчиться. Романе Григоровичу, як би ви оцінили шанси та сили ворога в плані захоплення ну, Запорізької області? Тому що, ну, ж таки, Павлюк говорив про те, що Росія має такі плани саме на цей рік. Ну, ми теж, давайте ще раз проговоримо, наверное, 649-й раз. У росіяни записали свої плани в Конституцію. Внесли Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, Крымскую области, специально говорю Крымская область, так это и будет, у нас унитарное государство, внесли в Конституцию России, это с их точки зрения российская территория, и они, исходя из определенной парадигмы выполнения боевых задач, они будут ее вроде как освобождать, потому Луганская, Донецкая, потом Запорожская и Херсонская. А на следующий этап у них Одесса, следующий этап, это имеется в виду по плану, это же опять все прописано в Конституции одно, а в задачах другое. Одесса и движение на Приднестровье, на Молдову. Потому ничего нового, так сказать, ни Павлюк, ни Скибицкий не говорит. Да, действительно, так оно и есть. Это в планах, это мы понимаем. Это весь мир, в принципе, понимает, военные, которые видят развитие ситуации. Там нет Харькова, там нет Сум. Там нет Киева в этих планах. Движение может быть в районе Харькова, в районе Сум, но только для того, чтобы отвлечь или связать те части, которые будут там стоять, наши части. А движение будет только по Донбассу. Сначала Восточный фронт,
а потом и запорожские, если у них это сложится. Но исходя из того количества боеприпасов, которые нам, по крайней мере, уже обещано, ну, честно сказать, непонятно пока механизм, как у них сложится даже выход на границе Донецкой области. Как только подойдут в течение 3-4 недель, подойдут основное количество боеприпасов, мы их однозначно остановим. По некоторым позициям погоним в обратную сторону. Там есть механизмы, где можно будет отбить свои позиции с достаточным количеством снарядов, допустим. Ну, не говоря уже о самолетах, о дальних средствах поражения, ракетах. Девід Кемерон, так, міністр закордонних справ Великобританії, прибув до України, був у Києві, зокрема, також у Львові. Він пообіцяв Україні щорічної підтримки до 4 мільярдів доларів, а також сказав про те, що Україна має право використовувати зброю Великобританії по цілях у Росії. Вони говорячи також про це, вчора говорила і говорили в Міністерстві закордонних справ Литви, також таку тезу озвучували. Чи можна говорити це, знову ж таки, ну, про перелом у цій війні? Тому що ми протягом цієї війни, так, от, напротязі цього час, протягом цього часу, перепрошую, говоримо про те, що це червоні лінії і чи якби готовий Захід їх перейти. Оце ось ця заява Кемерона тоді свідчить про що? Эти красные линии сами себе нарисовали, потом по ним потоптались, стерли, еще раз нарисовали, потом зеленые нарисовали и так далее, и тому подобное. Из реалий. Пока боевые действия не будут на территории противника, противника не победить. Такую армию, по крайней мере, который зашел на нашу территорию. Потому здесь вообще без вариантов. То есть, как только у нас есть дальние средства поражения своего производства, либо нам не запрещают, не разрешают, а не запрещают использовать, очень важно. Никто же нам ничего не передает и говорит, бейте по Москве. Ну нет, конечно. Нам передают, допустим, те страны, которые могут себе это позволить, передают вооружение и просто не запрещают нам им работать. Взяли и взяли. Делайте с ним, что хотите, оно уже ваше, и вы за него отвечаете. Вот и все. Это, кстати, самый оптимальный подход к этому, то есть к решению этих вопросов. Страны Балтии молодцы, тут вообще без вариантов. Они это прекрасно понимают, что именно выполнение боевых задач на территории противника принесет нам успех. Британская корона сейчас, с ней проводится серьезная работа дипломатическая, а вот после того, как туда в конце концов вступит в должность генерал Залужный, послом Великобритании, я думаю, будет подписан 100-летний договор с Великобританией, с британской короной на военное сотрудничество. Это будет, ну, такой серьезный шаг. И вот эти 4 миллиарда, допустим, фунтов или там большее количество, это не важно. Мы реальные цифры, вы же поверьте, мы реальную цифру в информационном потоке не увидим. А если говорят о 4 миллиардах, то можно надеяться и на 10 миллиардов, то есть по большому счету, а тем более военное сотрудничество. Это как раз тот максимум, который нам нужен. Потому что британское оружие, оно себя хорошо уже сотни лет показывает, особенно морское, авиационное, ну там ракеты, мы же тем же Storm Shadow пользуемся и довольно-таки неплохо. Естественно, передача средств поражения Британии без ограничений их использования развяжет нам руки для выполнения боевых задач. И Кэмерон еще раз это подтвердил. Еще раз хочу, во-первых, поблагодарить британскую корону за то, что они, если слово дают, они их держат. Они его держат. Если британская корона подписалась под Будапештским меморандумом, там одна из стран как раз Великобритания. Штаты, Великобритания, Россия. Там рядом потоптались Франция с Китаем, но они вроде просто потоптались. Но реально британская корона выдерживает. К ней вообще никаких вопросов нет по Будапештскому меморандуму. Тем более это самодостаточная в оборонном отношении страна, производит все вооружение, весь спектр, вплоть до ядерного оружия. Прес-секретар Путіна Пісков сказав, що в Кремлі стурбовані заявами Кемерона, а також заявами президента Франції Еммануеля Макрона. А також, до речі, була заява про те, що вони якби погрожують Європі актами возмездия за якісь дії по території Криму. Як розцінювати ці погрози? Ну, они еще раз показали, что они рождаются озабочены. Вот есть у нас организация озабоченных наций, тоже все время озабачивается чем-то. И вот сейчас начали озабачиваться в Москве. Они бы лучше озаботились перед
2014 году, перед тем, как принимали решение заходить на чужую территорию европейской страны и убивать сотни тысяч украинцев. Вот это бы лучше о них больше озабочились. А то, что сейчас нарастает поддержка, во-первых, номенклатурная, это очень важно, мы же это видим, нам передается вооружение номенклатурой в 22-м году, о которой мы даже мечтать не могли. А сейчас передаются такие средства поражения, которые, в принципе, в достаточном количестве, если будут переданы, ну, это такой геймченджер, начиная от ракет, самолетов, средств поражения, наземных в том числе. Главное, в достаточном количестве здесь очень важно, это сноска, естественно. Потому озабоченность Москвы или там российского руководства, она понятна. Только кроме озабоченности они больше ж ничего сделать не могут. Но для них это характерно. Они, еще раз повторюсь, они рожаются озабоченными, исходя из их действий и поддержки этой геноцидной политики. 2/3 российского общества поддерживает геноцидную политику московских властей. Потому, ну, озабоченных 100 миллионов россиян. Ну, дальше пусть озабачиваются. Роман Григорович, традиційно три блиц-запитання. Скажіть, будь ласка, чи можуть F-16 співпрацювати з українськими літаками на фронті? Однозначно, конечно. Мы уже тоже проговаривали эту тему. F-16 будет работать над завоеванием превосходства в воздухе. Это основная задача. Он будет прикрывать, так как у него авионика намного лучше старых советских самолетов наших, он будет прикрывать с воздуха работу наших самолетов, старых советских, наших летчиков по земле, штурмовики, бомбардировщики, это Су-24 бомберы, Су-25 штурмовики, будут прикрывать работу тех же МиГ-29, Су-27, тоже истребители-перехватчики многофункциональные, они не могут выполнить ту же задачу, которую выполнит F-16, но они будут свои задачи выполнять, исходя из вооружений, которые есть. Они могут работать в качестве бомбардировщиков, и штурмовиков, и истребителей, только перехватывать ПВО, вернее, перехватывать ракеты в качестве ПВО. То есть это действие и эта работа, она однозначно будет. Тем более летчики ж наши. Ну, то есть это украинские летчики просто на лучших механизмах, которые создадут. И они, чем здесь хорошо, они прекрасно понимают ущербность некоторых старых советских самолетов. И будут как раз эту ущербность перекрывать с помощью F-16 новых возможностей. Плюс F-16 сам же работать не будет. F-16 будет обязательно работать в спарке с каким-то зенитно-ракетным комплексом, либо Patriot, либо SMT, либо NASAMS, IRIS-T, то есть в зависимости от приданных сил, средств. Это будет такая пара, которая будет выполнять задачу сначала превосходства в воздухе. Дальше F-16 подключится и к работе по земле. Наибольший страх Путина – это втратить владу? Наверное, не только власть как таковую, утратить доверие. Да, это приведет к утрате власти, но основной страх – это то, что его перестанут любить 2/3 россиян. А это уже, естественно, приведет непосредственно к утрате власти. Но вот основное, скорее всего, это все-таки первое. То есть он хочет нравиться россиянам. У него основная задача – это собирать вот это электоральное поле, окучивать это стадо баранов, чтобы они этого пастуха любили даже перед закланием и перед стрижкой. То есть вот примерно такая, и он, все его действия в основном направлены на то, чтобы понравиться вот этим 2/3 россиян, этой сотне миллионов российских пока еще гражданских лиц. Вот это основная беда. Чи покарає Путін Шойгу за фронт, ну, тобто чи загрожує йому звільнення? Ну, угрожати він, звісно, буде, але я не думаю, що як-то Шойгу слишком пострадає. Скоріше всього, все-таки, це стара команда ворів і розвідчиків. Вони вместе держаться вже лет 30. Мы это прекрасно видим. И Шойгу такого другого не найдешь. Он у него руки в крови, не то, что там по локоть, а по те 17-гривневые продукты резниковские, которые, может быть, еще у Шойгу есть. Это вот кровь больше будет привязывать его к Путину. И наличие вот этой крови, это сотни тысяч жизней,
которые Шойгу загубил лично, начиная от ингушей в 92-м году и заканчивая украинцами в этот день. Романе Григоровичу, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви щоденно приділяєте свій час та ділитесь своїми знаннями. Звичайно, буду чекати вас обов'язково наступного тижня. Розпочнемо новий інформаційний тиждень. Я сьогодні буду вам дякувати. Друзі, також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу. Зустрінемось вже з понеділка. Романе Григоровичу, буду вас чекати. До свидання.